штраф 10% от стоимости. Он говорит, что там то ли на Мезе, то ли на еще ком-то. Ты туда едешь, просто вот думаешь, как бы все это сделать, последний подарок там или что-то вроде того. А если этот самый штраф не оплачивать, то там даже в обновлении во всем там сказали, то в тизере всех этих обновлений сказали то, что у вас штраф там на вашей этой туризме числится, оплатите его. Однако я не заезжал вот во всю эту страховую компанию. Чуваки с Аризоны, типа разработчики, там все прочие люди, вообще все это создано для того, чтобы нам было все, блять, ваша машина пошла по пизде, там поплыла как подлодка Курск, в общем. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, в последнее время у меня пиздец как бомбит с Аризоны, просто потому что обновления, которые они вводят, ну, они, знаете ли, не для меня. Ну, возможно, вкусовщина, возможно, еще что-то, но то, что они сделали недавно, это... У меня слов нету. У меня в самом деле нету слов, потому что я на все это смотрел. Я все это анализировал. Я думал. В общем, с чего все началось? Сижу я как-то там, знаете, ВКонтактике, на Ютубе, там все это ролики сделал, должны выйти там в 20:00, все должно быть хорошо, так далее. Пишет мне человек: блять, Аризона, что они делают? Это вообще ебануться. Я сижу просто с охуевшим лицом, не понимаю, что происходит, а человек мне и пишет: то, что сейчас, если у тебя взорвалась машина, там, знаешь, в общем-то, что-то с ней сделалось, если она все, блять, исчезла, взорвалась, утонула, блять, умерла, там все прочее с ней произошло, то ты должен будешь заплатить штраф 10% от стоимости. В случае, если она у тебя не была застрахована. Сколько стоит страховка, я не знаю, не проверял, не углублялся во все это. И типа, все, кто вообще во все это углублялся, я не понимаю. Я типа, ну я не могу в это поверить. То есть 10% это хуя, блять, с учетом того, сколько стоит машина, это же вообще это ебнутый, блять, пиздец. Я сижу такой, говорю, че, блять, ты че, серьезно? Не, ну это ты, блядь, не рофлишь ничего. Откуда информация-то вообще такая? Он говорит, что там то ли на Мезе, то ли на еще ком-то сервере уже эта система есть, работает. Чуваки пиздец жалуются на все это. Говорят, мол, бля, пиздец, это вообще ебнутая хуйня. Я типа, ну, все это услышал, хорошо. Потом захожу, мне нужно было снять геймплей для видеоролика, для того, чтобы там все это смонтировать, все это там, знаете, хорошо сделать и так далее. Захожу, там что-то хэллоуинские квесты выполняю, все прочее, там надо подарки вот эти вот все развести. И по итогу там вот эта вот последняя локация, куда нужно привезти подарок, она вообще в какой-то жопе ёбнутой, блять, находится, в какой-то, блять, горе, то ли еще где-то. Ты туда едешь, просто вот думаешь, как бы все это сделать, и типа, пиздец, еле-еле как-то туда заезжаешь, просто такой, пиздец, охуеваешь со всего этого. Потом я, типа, нормально туда, у меня видео, к сожалению, не сохранилось, я его удалил, я потому что долбоеб конченый, чистил рабочий стол, удалил случайно этот видос, а так как он весил там гигабайт 10 или 15 даже, ну, типа, видос длинный был, то я, типа, вообще забил хуй, ну, типа, удалил и удалил, похуй. И я сижу, блять, думаю, пиздец, что это вообще за залупа? Как такое вообще может быть-то, блять? У меня машина, типа, знаете ли, я там начал выезжать из всей этой залупы. Ну, кто проходил квест, вот эти все хэллоуинские знают, куда нужно привезти последний подарок там или что-то вроде того. Я туда приехал, подарок там все, типа, отдал. Начал выезжать и, пиздец, там не справился с управлением, там, куда несет дым, вот это вот все прочее. И, блять, в воду улетел, просто нахуй. И мне в чате и написало то, что все, блять, ваша машина пошла по пизде, там, поплыла как подлодка Курск, в общем. И, блядь, и заплатить теперь нужно 1 200 000. Я охуеваю просто за всей этой хуйни. 1 200 000, блядь. У меня на руках $300 000, блядь. 1 200 000. И это, блядь, я думаю, ну, пиздец, ладно. А если этот самый штраф не оплачивать, то там даже в обновлении во всем там сказали, то в тизере всех этих обновлений сказали то, что там все, вы не сможете пользоваться некоторыми функциями авто, всем прочим. Ну, типа, я мог всем пользоваться, однако в один такой, знаете, прекрасный день мой дорогой подписчик, друг, дружочек, говорит мне: давай я тебя заселю в свой дом. Вы сейчас смотрите весь геймплей, если там все, я, знаете, состыковал кадры, все это видите. Я там пытаюсь припарковаться у него дома, он меня уже заселил, все сделал, я там припарковываюсь, и мне пишет, типа, у вас штраф там на вашей этой туризме числится, оплатите его. Я, типа, я вообще охуел, я говорю: чел, у тебя деньги есть, мне, типа, оплатить надо. Все скинул, спасибо ему большое, Зингер Ломбарди, просто лучший человек, я оплатил штраф, все сделал, сижу, блять, это ебанутая хуйня. Блять, понимаете, 10 раз, сколько
сколько там, 10-12 раз ты, блядь, просто машина у тебя перевернулась, утонула, блядь, разбил ты ее нахуй в дребезги, и все, ты уже, блядь, выплатил стоимость машины, это просто ебануться. Однако я не заезжал вот во всю эту страховую компанию, я не знаю, сколько вообще будет стоить застраховать все это, но это вообще пиздец. То есть тебе нужно, знаете ли, раз в 30 дней ездить, права получать, потом тебе нужно машину страховать, вообще какая-то ебля получается, и в целом, блядь, вот эти 10%, это ж вообще куда, блядь, такие деньги? Это вообще ебанос. То есть чуваки с Аризоны, типа разработчики, там все прочие люди, считают, что если у меня хватило денег на машину, то, наверное, и на оплату штрафов, долгов по 1 200 000 у меня тоже, блядь, денег хватит. Это вообще, блядь, это просто... А если я на последние деньги, блядь, купил, мне что делать? И я не знаю, просто эту ставку процентную, как бы, блядь, в банке нужно снижать, там, до 3, до 4%, потому что 10%, куда это, блядь, это куда годится-то, блядь? Где деньги-то такие искать, нахуй? Однако, вообще, все это создано для того, чтобы нам было веселее, как-то играть было чем заняться, постоянно вот это ёбля права получать раз в 30 дней, потом ёбля, блядь, вот эту вот всю машину свою страховать. Но вот в страховой есть и прикольные вещи, типа, если у тебя там дом, а ты можешь его застраховать, если он у тебя слетит, то вернется, типа, 100% госстоимости. Единственное, что дома продаются, как бы, типа, другими людьми, там, в X3, по-моему, от стоимости вот этой государственной. Поэтому вся эта государственная стоимость, если она вернется, то, ну, типа, будет не особо такая, какой-то сильный профит. Только если ты не по госу словил, вот тогда еще можно будет подумать. Однако, блять, вот эту вот всю процентную ставку, вот эти все остальные штуки, их, блять, надо снижать, пиздец, потому что куда это, блять, 1 200 000, это че за пиздец вообще нахуй такой? Тем более то, как я вообще езжу на машине, это, блять, снижать надо вообще пиздец. Или там в какой-нибудь премиум, там, я не знаю, Титан VIP, чтобы, я не знаю, было, чтобы проценты были хотя бы снижены. Потому что, ну, это вообще, а если у меня какой-то вертолет, да, и он взорвался, нахуй, мне сколько заплатить-то надо будет? Это ж вообще, блять, это вообще, куда нахуй такое годится? Я не понимаю, блять, это просто, это настолько пиздец, блять, ты сидишь, думаешь, ебать, а где деньги-то брать? Че донатить, блять, че делать-то вообще? Это пиздец. Разумеется, проекту тоже нужно зарабатывать, блять, но сделайте его процентную ставку меньше. Это же вообще, блять, куда нахуй? Какие 10%-то, блять? Это ж вообще, это, блять, вообще ебануться, блять, 10%. Че отстой от государственной стоимости, блять, куда? Блять, это вообще пиздец. Я, опять-таки, не знаю, сколько стоит страховка, сколько вообще там все будет, но в целом вот то, что я вообще, то есть мне лень ехать, да, всю эту страховку оформлять, и тут, блять, 1 200 000, это куда нахуй? Чё мне делать-то за всем этим 1 200 000, блять? Ничего нахуй делать. Это же вообще, бля, это ебануться просто. Ебануться, не встать. Улететь, блять. Бля, вообще пиздец. Бля, вот я просто сидел, думал, блять, как же так-то, сука. Однако, ладно, вы можете выразить свое мнение в комментариях по поводу всего этого обновления. Чё там как будет, чё там как не будет. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. И всем, как бы, ну, до свидания. Чтобы у вас все было хорошо. Чтобы у вас все всегда было замечательно. Чтобы у вас все всегда было отлично. И чтобы, там, не знаю, вы слушали маму и играли, допустим, на Arizona RP Phoenix по айпишнику в описании и, типа, и вводили мой промокод, может быть. А также есть еще ссылочка, знаете ли, на мой телеграм-канал, куда тоже можно зайти, подписаться. Там у меня постоянно посты какие-то выходят, дублируются из ВК. Если, допустим, вы где-нибудь, там, не знаю, на Украине живете и у вас, допустим, ВК заблокирован, то можете в телеграм перейти, туда, типа, тоже постятся те же самые посты, что и с ВК. Поэтому заходите, и там все будет, типа, нормально, хорошо и круто. Всем до свидания, вот, и пока.